считаем, давай сколько штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Привет. Скажи всем привет. Привет. Теперь будем открывать, да, и смотреть, что там за игрушки, правда? Кто там у тебя попался? Кит. Кит? Да. Да. Давай скорее второй открывай. Ого. Почти. Вот. Собачка. Собачка? Это ослик. Так, нам нужно собрать полную коллекцию. Да. Посмотрим, получится ли у нас из 12 яиц собрать коллекцию из всех этих животных или монстриков, как их назвать. Да, только почему-то на картинке они разноцветные, розово-желтые, да. А в итоге получаются разноцветные. Ну, посмотрим, что получится. Чё там? Косочка, тёть! Кошечка или косочка? Почему опять? Нет, у нас кошечки ещё не было. Ты решила сразу все яйца открыть? Разделить шоколадки от игрушек? Да. Ну давай так сделаем. Шоколадки убираем в тарелочку. Игрушечки оставляем. Это такой есть у нас или нет? Хрюшка! Хрюшка? Хрюшка? Давай посмотрим. Давай на хрюшку посмотрим. Кто это? Кошечка. Кошечка? У нас первый повтор. Цыпленок! Цыпленок? Да. Сейчас посмотрим. Это у нас... Кошечка! Кошечка? Да. Отец! А вот у нас сестренка. Два котика. Это у нас будет опять бегемот. Да. Сколько у нас игрушек еще осталось? 4? Опять котик. Открываю я. Это у нас... Повторюшка опять, наверное. Кошечка. Кошечка? Кошечка опять. Ну что ну, такое? Ну ладно. Кошечка голубая. Ага, голубая кошечка. Ну и последняя надежда у нас. Смотрим, кто у нас там попадется. Может, кто-нибудь новенький, да? Это у нас отец-бегемот. Да отец что бегемот. Такое? Кошечки и бегемоты сегодня у нас победили. Почему? Получается. У нас цыпленок еще есть. Нет, я говорю, кошечки и бегемотики, получается, а, победили. Ну победили, да. Все, я и суглизу.
нас получилось? 3 бегемотика, 2 ослика, 2 котика с острыми ушками. Вот такое трио. 2 братика и сестренка, да? Ты уже хочешь шоколадки скушать? Ну, давай. Я усыпаю их. Ого, сколько конфет. Может быть, одну только? Ну-ка, покажи, какой там. Шоколадик убить свою тёть. Шоколадно-клубничная? Вкусно, наверное, да? Да. Камеру снимем, как ты кушаешь? Вот это, Лоска, вот это. Ну и ладно, что же, спачкались. Вкусно? Тебе понравился? Тебе понравилось открывать яички? Да. Еще будем повторять такое? Да. Да? Ну все, теперь мы будем пить чай с вкусняшками из яичка, да? Да.